Ну, ты 8 токен, если собрание скипнем, то, в принципе, хранитель изи убьем. Встретиться с тобой большая честь. Я всегда в гуще событий. Я что, иду, не иду? Бармалюга, братан, это уступи место здесь Роланде, нам просто с ней проще вдвоем здесь на осадке. Ой, точнее на разрушителе. Спасибо. Эх, жаль. Ну ладно, потом схожу. Говорится, муж и жена одна сатана, вот мы тут сейчас сатанинские дела сделаем. Я пойду продукты приму. Это, может, хэмчик сделать? Хотя да, давайте лучше токены полутаем побыстрее, это больше профита будет. Да, слышу, слышу. Окей. До хрена тоже. Ну, если... Ну что, так это народ, надо сразу туда заезжать и убивать его. Не будем это ждать, пока это все взорвется.
Все уже, не выходите, поехали, ничего страшного. Я думаю, что ей ничего не надо с того босса. Ну, серьезно, могли бы секундочку подождать? О, это утром, это во сколько? Днем. Я, кстати, этот танк собираю, будет. Если что. 12 или 15, это сколько по Москве будет? Бегу, 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 бегу. Я тогда этот. Давай я каски буду бафать, Денис. У тебя кулаки МФ5. Ну, тогда будет просьба, сразу АОЕ не заливайте, давайте немножко собрать и почву, пару раз топнуть и касты сбивайте, пожалуйста, по возможности. Уже стоишь, пам.
десятку, пипец как понерфили. Так чё вы гарпуны-то не гуляете? У меня вылетело. А ты обновляла? Нет. А, вообще да. Наверное. А он дыхнет не из меня случаем? О, нормально. Что-то таймеры поломались, я не вижу. Пан-пан, включи аурота огня. Меня слышно? Thank you.
Чопа. Поняла. Безекса? Что говоришь? Нет, это звезда, кстати. Короче, такая фигня, меня после пула через пару секунд станет, мне надо их собрать, и сбить уже вообще никак не получается, а я так туда-сюда бегаю. Он даже в стане все равно закастовал туда. На хилбот Олман стоит. Да, я уже закинул. Mm-mm-mm.
Нет, нет, я не понял. Я знаю, что дает охрана. Я говорю, что это хорошая очень тема, но надо четко понимать, на каком боссе, в какой момент ты ее должен юзать. Если ты этого не понимаешь, ты ее, типа, юзать не будешь. Это я знаю. О, окей, буду знать, попробую сделать. Хрем или просто? Искру. Чтобы боссу искру нужно подводить, чтобы медики не бегали за тобой. Вноси пак. Не вдите. Еще отнеси подальше, еще. Thank you.
Рисую ману. И норка, я без маны. Шевой нажал. А вы что, уже все что ли? Сейчас так понимаю, не до конца сегодня все, да? Будет. Собрание сейчас идет? Окей. После этой десятки все же ничего не будет. Ну не знаю, днем получится, успею, не успею. Но я за...
Так, Калагарна или собрание? Он уже не банится, что-то. Он, короче, в бане не восприимчив, но при этом бьет. Попробуй перебанить. От меня било. Он ворлок чуть не кончил. А что он до сих пор бьет? Смотри. Снимай бар. Смотри, в бане бегает за мной. Чудеса Сируса, что сказать. Ой, это я полутал. Нормально. В мобе танковская шея. В двух мобах танковская шея. Вот здесь вот, где я стою. И вот здесь вот, в большом. На распыл. Ну, не себе. У меня есть 26-я шея на танка. У меня, кстати, тоже 26-я. Давайте на распыл тогда дам, еще никому не надо. Обновите каски.
Он просил же заменить его еще в начале. Ну, я думал, ты читал. Ну, муж вернется. А тут меч не пойдет? Его Дискорд забанил. Не знаю зачем. Да, да. У меня забанил же аккаунт в Дискорде был. Дальше сидел. Да хрен его знает. Даже 25-ки сидел бы, новый делал. Понимаю. А, он уже здесь? Да, а я уже здесь. Я в ДЦ. Вам не пройти. В ДЦ сейчас. Да. Считай первую пать, я вторую буду. Может там Геру или что-нибудь, или чего как? Зачем? Это две повестки у нас. Вы доски накидаете на босса, и все. Ну, я меня хотел кинуть. Я в бабле была. О боже.
Я понял, что мне в ШП.